поля, да? Кривые какие-то. Волнистые. Интересно. Только скот пасти. Нас тут, короче, наша навигационка, как всегда, подводит. Какую-то дорожку нам тут дала такую плохую. С ямами. Пипец. Но она у нас опять какая-то нас повела не туда. Там была дорога, кемпинг показанный, нам нет. Нам же надо ехать там, как нас навигационка посылает. За нами еще друзья едут. С Румынии. Они сейчас, наверное, матерят нас там. Куда мы поперли? Они решили с нами прокатиться, погулять с нами, сходить. Папа, обещай эту яму. Жесть просто. Бедный наш рыжик. Вот это настоящие германские дороги. Домики. Здесь сейчас только можно тем людям находиться здесь на кемпинге, кто, ну, дава кемпа, кто здесь живет, да. А так, чтобы, как мы, например, приехали, так нельзя из-за короны пока еще. Здесь пустое место. Находится все в лесу, но здесь ни озера, ничего нету. Здесь просто приехать в тишину и отдыхать. Вот такие вот вагончики стоят, вон мобили, ой, вон вагоны. Ну, видно, что здесь никого нету. Краны есть с водой. Здесь постоянно живут, да? Здесь постоянно живет кто-то, да. Смотри, у него даже эти дерево раскрыли. Фонарики на заборе, видишь, вон эти. Ага. Открывается забор. Лавочка. Для детей лавочка, смотри. Ага, точно. Приблизительно где-то 1000-1200 в год платят, да? Ну, за верно, где-то так. Он, видишь, еще что-то пристройку хочет сделать. Ну. Речка. Что-то они там нашли. Они строят там. Да, это минимум 10 метров. Пристройку сделать. Ну, также ее оттянет вот этой вот. Будет трехкомнатный дом. Алекс, это 10 метров от тебя? На 6-7 bestimmt. Там рыбки, наверное, плавают, да? Я думаю, летом здесь, конечно, будет все красивее, когда зелень все разойдется. Там сидят, пиво пьют. А, это вот это озеро, где рыбки плавают, да? Где можно посидеть тихонечко. Ух ты, все зеленое такое. Смотрите, вот еще какой. С террасой, такой домик. Смотри, как называется. Бир-аллея. Ага. Да-да. Домик. А там еще за домиком еще вон мама стоит. Прикольненький такой. И что здесь? Ай, смотри, сидит наверху. Ну, это видела. Видела? Прикольно, ага. Мы
Aber das Vorhaus ist ja ganz cool. Ja, sowas theoretisch kann man auch ja kaufen. Cool, ja. Okay, dann. So wie das gesehen, wenn die verkaufen, gucken, das Holz kommt jetzt doch fertig. Oh. Nee, wenn das mit See wäre, das ist aber eine, der wird nie wieder. Der ist aber noch drin, gell? Продавать будут. Да может быть продавать будет, а может быть он уехал куда-нибудь там. О, нифига себе. И вон он. Прикольно, смотри какой. Ужас, а так жить, да? Ну это же Бештым тут всегда живут, каждый день. Здесь всегда живут, да? Постоянно. Постоянные гости. Молодец. Ну, просто, Олеся, это, блин, за сколько раз дешевле, чем в доме жить? Ну да. Смотрите, забор уже, как у нас дома сделали вокруг. Модненький уже. Почтовый ящик. Почтовый ящик. Не почти, это пепельница. Это пепельница? Да. Я думала, почтовый ящик. Нет, это пепельница. Олеся, они закрывают, чтобы звери не забегали, чтобы вот так, допустим, да-да, ветер сильно, там снег не задувало, да? Да? А так еще и от насекомых одно. Меньше там лазил кто. Крысы, мыши там. Это, походу, летом приедет отдыхать. Да, конечно. Есть кемпинг-плацы и получше. Да, вон, да-да. Ужасы. Ой, это что-то вообще. Да, да. Там, там конкретно кто-то такой живет. Да. А это Саня, где ихняя дочка продает. Помнишь? А, ну, магазинчик. Так, ребята, мы здесь прогулялись. Он такой небольшой, маленький. Здесь все дауэркемперы. Тут немного мест. Немного мест для таких, как мы, чтобы спонтан приехать и отдыхать. Так он маленький. Кто любит тишину, просто приехать отдыхать, можно приезжать и отдыхать. Просто лесок, зелень. Ни озера, ничего нету. И так он называется. Короче, наши выводы об этом. Кемпинг для пенсионеров. Ну, он такой для пенсионеров, просто приехать и отдыхать на нем, да? Да, там просто так, тишина. Вот кто хочет тишину, да, никого не видеть, это вот этот кемпинг хороший. Но детям там даже поиграться негде, да? Игровой площадки нету даже. Нас бы Даня, наверное, всех соседей бы там просто замучил. Он по соседям бы гулял, выходил. Да, он бы ходил по соседям. Потому что ему даже там заняться нечем. Так, сейчас мы решили поехать на Шлёс Рамхольц погулять еще. Просто понаслаждаться историей и... Просто вот хорошая погода. Погода сегодня классная, просто погуляем. Солнышком понаслаждаемся, теплом. Если мы доедем до асфальтированной дороги. Тут дорога, конечно. Вот такой мы едем дороги. Это мы выезжаем с кемпинга. Можно там еще по другой дороге ехать. Но мы, как всегда, типа на бездорожье. Мы по оффроду едем. Сегодня реально как-то ездим. По каким-то дорогам. Это настоящая Германия. Там внизу рельсы. Это лес валят. Лесоповал. Кто-то себе домой это, наверное, грузит. Так, ребята, мы приехали в Шлёс Рамхольц. Сзади меня. Сейчас мы пойдем немножко погуляем и понаслаждаемся погодой. Какой страшный.
Ужас. Извлеки. Он, к сожалению, закрытый. Туда вовнутрь нельзя сходить погулять. И все из-за короны, все закрыто. Так бы прикольно бы туда зайти, бы погулять, посмотреть. Смотрите, мы поднялись, не знаю откуда, туда снизу. На камеру даже не передать, как это высоко. И нам надо еще вот сюда, мы идем наверх. Тяжело ходить. Даня помогает Габи наверх подняться. О, это скучно. Я? Я брок. Кок. Саня, идем. Саня некогда, он играет там в телефоне. Я жду, когда ты назад пойдешь. Я? Я пока наверх не дойду, я не пойду назад. Айда, айда, Саня. Гулять надо. Вот мы забрались. Наверх. Руина. Wo ist denn Alex? Er läuft. Oh, Dani ist schon oben. Dani ist schon auf der Tür. Забралась. Langsam atmen und Trabe hochhalten. Puh. Das heißt, du hast so viel Luft. Also, was смотрим. Куда мы забрали? Ой, это... С едой? Ja? А, сюда. Oder? Warte mal, wo ist denn die hin? Gibt es von innen einen Weg? Puh. Same, I don't like that. Ah, тут наверх можно заходить вовнутрь. Я там перелез. Ага. Не бегай, жарко будет. На улице так классно. Ich gehe auch seitlich. Ja, du musst seitlich gehen. Ладно, ich gehe so. Meine Füße passen auch hier so. Wow. Sind wir aber ganz schön oben, ey. Mach Pause, Gabi. Wow. Пришли наверх, немножко дольше ходили. Сейчас, сейчас мы заказали себе кушать. Сейчас поедем 35 километров забирать еду. Ну, это в сторону к нам домой. И немножко, немножко не в сторону, да, Саня? Немножко дальше. Немножко дальше дома поедем забирать там, где мы всегда кушаем. У них там очень вкусно. Поедем шницеля кушать. Так. Мы все голодные, все проголодались. Вот, едем теперь хавать. Посмотрим, где мы там можем припарковаться, где встать. Хотим немножко на улице. Где-нибудь на улице будем кемповать. Встать хотим, да, на улице и где-нибудь на улице покушать. Посмотрим, найдем местечко или не найдем. Смотрите, жрачки набрали. Ой. Хавать набрали. Здесь салатики. Шац. Irgendwohin, wo es nicht fällt. Mama oder zu den Kindern unter die Füße. Kofferraum, oder? Kofferraum? Liegt es nicht? Oh, ich hoffe nicht. Oder den Kindern unter die Füße. Guck mal. Hier ein bisschen festhalten. Könnt ihr das? Wir fahren nur über die Straße. Leg rein. Сейчас смотрите. На парковке возле автобана, но это в городе. Недалеко от ресторана встали.
достали стулья, столик поставили. Ну, Олеся уже кушает без меня. Я голодная. Ой, да ты же сушайся, эй. Смотрите, какая порция у Олеси. И идет еще вот такой салатик. А дети кушают здесь. А где Даниэль? На кровати Даниэль. Смотрите сейчас на Саньку, смотрите. Че, вам вкусно? Вкусно. Они себе место сделали в багажнике. Зато вдвоем никто не мешает. И кушают здесь. Зато на улице, га? Вдвоем. Вкусно? Шмек? Мам, тоже попробуй. Ну, еще потаскляйся. Хавают здесь в багажнике, а мы вот здесь на солнышке. Вот, у нас тут солнышко светит. Так, мы поели или пожрали? Так, мы обожрали. Только не знаю, что это был, ужин или обед. Это у нас было и обед, и ужин за раз. Да, все вместе. Классно вообще на природе, супер, так классно было. Посидели еще. Солнышко, конечно, уже там спряталось. А вот сейчас оно... Ну да, там просто видишь, смотря с какого градуса. Да, там из-за стенки, из-за автобана. Итак, сразу прохладненько стало, так когда солнышко зашло. Вот, мы едем домой теперь. Сегодня с нами были друзья наши. Они разговаривают только на немецком языке. По-румынски еще тоже разговаривают. Но я имею в виду, по-русски они не разговаривают. Поэтому мы сегодня разговаривали много на немецком языке. Ну, мы подумали, что хотя бы взять вас так с собой лучше, чем вообще никак. Вот, поэтому... Ну, и с друзьями тоже нужно общаться, да? Да. Мы с ними дружим уже с 2003 года семьями. Поэтому как-то так мы общаемся. Провели так выходной наш, погуляли, покушали на природе. Вот. И теперь едем домой. Сейчас приедем домой, надо еще с Данечкой мне сделать домашнее задание. И будем отдыхать, готовиться к рабочей неделе. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, комментируйте. Переходите на наш инстаграм, там мы тоже выставляем стол.